Сейчас вы станете свидетелями, как этот замечательный долбоёб-терьер будет пойман даже неумелым охотником. Для этого нужно всего лишь лук, несколько стрел и ждать, пока эта херня заржавеет и остановится. На ходу в него стрелять практически бесполезно, он очень быстро двигается. Но иногда этот дебил, просто пробегая очередную дистанцию, ловит клина и останавливается. Вот как сейчас. На сука тебе. И не забываем про контрольный выстрел. А коль вы смогли одолеть этого опасного зверя, то самым важным советом будет это взять тушку этого зверька, осмотреть со всех сторон на наличие всяких интересных вещей, дотащить до ближайшего водоема и скинуть нахер, потому что если он такой огромный, блядь, какие у него хозяева, представьте сами, это опасно. Ладно, ладно, перестань лечить. Я уже понял, что я там самый избранный, самый меткий. Меня тут послали все найти, всех спасти. Давай, выпускай уже отсюда. Давай, давай, открывай уже. Ну откроешь, не? Алло. А, кнопочку. Надо быть очень аккуратным, чтобы щеки по створкам не размазывал. И прежде всего мне нужно проверять все подозрительные предметы, чтобы не было ничего взрывчатого или просто опасного. Очень осторожно поднимаем подозрительные предметы. И начинаем проверку! Все нормально, все безопасно. Она совершенно пустая и безобидная. Не, можно с собой взять. Бля. Что происходит? Руку вырвешь, тварь. Тебя куда засасывает? Ты же безопасный, я тебя уже проверил. Упади, сдохни. Фу, думал, весь сухпаёк выдавит. Еще очень важно подробно изучать все инструкции. Тут все понятно. Найти компьютер и открыть файл. А вот, походу, тот самый компьютер. Чё? Чё за спойлеры? Он спасать прилетел или где? Сами в своём дерьмище разбирайтесь. Ведро и... с Китая чехлы заказывал. На тебе чехол, на тебе зарядку. Ну, чуть-чуть намокло. Никто тебя не заставлял бесплатную доставку выбирать. Получите, распишитесь. Вот она. Вот она, секретная комната. Здесь можно зарабатывать ВК-коины. Кликать. Один клик, один коин. Стрелой больше не дадут. Жлобы позорные. Тут 100 пудов где-то баги есть. Надо наебать систему. Надо две руки. Две руки в два раза больше коина. Коины поломались. Как майнить? Как, сука, майнить? Коины надо майнить. Вот так вот. Поочередно. Больше коинов, больше кликов. Первый... Блять, опять сломалось. Сука, как тебе? Вот, поперло. 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 Спасать кого-то там, искать что-то. Вот коины. Будет до хера коинов, сам спасатель, наверное. Ну, в принципе, уже до хера. Можно чем-нибудь важным заняться. Ха, шутканул, да? Коины, блядь. Коины, блядь. Фух, все, нашел я этот сан-реактор. Сейчас какая-нибудь очередная херня случится. Это что, Optimus Prime, что ли? А туловище твое где? Че, без остального трансформер уже не такой охуевший? Ты куда смотришь, блядь? Там нет ничего. Сука, Зенку, запырь обратно. Че, агрессивный такой? Ты че, бычишься? Че, попутал вообще? Че-то мало чего изменилось, блядь. Ну все, я тебя победил. Заверните, я дом на стену повешу. Это же насколько надо быть криворуким, чтобы так очко собрать, а? И слив не работает. Надо им тут узор оставить. Не маленькая лоша. Кто тут ломится? Занято, алло. Слышь?
У тебя что там, Wi-Fi не ловит? Сиди в контактике, картинки листай. Изыди. Ты же не все доделал, зачем пришел. Радюша. Сука, ты гля настырный какой. Да уйди. Тебя че, блядь, так торопится-то сюда? Масло прижало поменять. Сука, да ты не один еще, а сколько у вас там петушар есть? О, побег, алло. Нате, втулку не смываем. И еще на-ка. От нехер было лучника на гнезде злить. Вы как воины, коины, блядь, коины. Еще каждый настоящий охотник должен уметь добывать себе пропитание. Для этого существует даже специальная инструкция вот на этой стене. Берем какой-нибудь предмет, кидаем в птичку или стреляем. И птичка умирает насмерть. Ее останется только приготовить. Но если птичку распидорасил, то вы останетесь голодны и, скорее всего, умрете. О, тихо-тихо, что за аномалии? Тут только что подушки прыгали. Может, я дверь сильно хлопну, конечно. А вот это уже не дверь. Что там такое в углу сидит стрёмное? На тебе вон подушечку. А я выход поищу! А вот вам еще один важный совет. Если вы встретили где-нибудь такого вот малыша, то быстренько прыгайте ему за спину, потому что с мобильностью у него очень херово все. И берете, гладьте его по черепушечке некоторое время, чтобы зацепить его бдительность. Потом обязательно ставим ему на голову бомбу. И все, и враг повержен, вы победили. Пользуйтесь. Надо пойти прилечь и еще засечечку сделать. Не, бля. А где койка? Где я тут спать-то буду? Ну там на лужайке, что ли? Нормально служба по увеселению работает. Оперативненько. Не успел еще ебалом в подушку ткнуться, уже в Нарнию закинули. Островки какие-то от мини-гольфа. Мост какой-то недопиленный. Елки, блядь, в воздухе висят. Ко мне, сука, занесло вообще. Еще больше интересно, за что? Чудное место. Как выйти? Нет, это же не смешно ни разу, как обратно вернуться? Где тут двери, лаз, нора, дупло, люк, чё-нибудь? О, койка, коечка. Как и, блядь, прилип, застрял. А-а-а, помогите. А напоследок я вам расскажу тактику выживания в дикой природе. Если вы видите враждебно настроенную особь, особенно если их несколько, то прикиньтесь дохлым. Просто падайте на пол, как мешок с дерьмом, лежите себе, ничего не делайте, враг обязательно отступит. Вот смотрите, он уже начинает отступать. Начинает. Отступит, блядь! Чё непонятного? Отступить, сука! Где твои манеры, ублюдок? Я чё жопу вырву? Это была игра Apex Construct. Игра бредовая, до безумия. В каждом задании ищешь новую дверь, чтобы найти новый компьютер, чтобы открыть новую дверь и вернуться опять в первое задание и искать там новую дверь. В общем, всю игру делаешь все то же самое, что делал 2 часа назад, 3 часа назад. Применять какое-либо оружие, стрелять вообще, это крайне редко нужно. То есть лук здесь в принципе не нужен, можно было просто валежником с пола кого-нибудь забить до смерти, если бы это было вообще урон наносило какой-то. По графике еще более-менее ничего так, но вот сюжет, экшен, куча багов. Бесполезные головоломки, которые приводят к первым же головоломкам. Это вообще бредятина какая-то. Игрушка кончена, и мой винт обрадовался, когда я удалил ее. Я тоже очень рад. Если кто-то, глядя на видосики, обзорчики, там, скриншоты, хотел приобрести эту игру и пострелять с лука, не вздумайте. Вообще не постреляйте. Ну, в стену куда-нибудь там, в прострацию, в елки летучие. Игра бред. В общем, всем спасибо за просмотр. Я очень буду рад, если вы подпишетесь, лайки поставите, в комментах что-нибудь напишите. Всем пока!